Светлана Сергеевна, ну я прошу, не нужно так нервничать. Ну, конечно, мы найдем Сашеньку. Ну, куда он денется? Конечно. Конечно же, у нас есть версии. Ну, как версии? Версия. Да, тетя Зина, уборщица, выдвинула вполне себе рабочую версию. Украли инопланетяне. Ну, как украли? Взяли на время. На время взяли. Конечно же, прецедент был. Вот буквально на днях по Первому каналу, в «Пусть говорят», приходила очень известная певица и рассказывала свою историю. Ее вернули, и Сашеньку вернут. Ну, конечно. Да, только нужно просто немножко успокоиться. Как? Как? Давайте подышим. Да, давайте. Глубокий вдох носом и медленный выдох ртом. Полегче. Ну вот видите. Светлана Сергеевна, вы продолжаете дышать. Как только Сашеньку вернут, мы сразу же вам позвоним. Конечно. Да, до свидания.